Окей, сумишимки, мы продолжаем пройдите ру под названием Dark Souls 2, да. Так, мы походу, куда мы вообще спустились? Мы с вами спустились в Черное Расселино. По идее. Ну, я вот думаю, нам нужен еще посох. Думаю, ну, посох я имею в виду хил. Я не хочу отравления, поэтому я буду ждать, пока оно исчезнет. Так, я могу туда пойти. Воу! Раку. Шател, большое волшебное оружие. Так, большое волшебное оружие. Следующая степень заклинания волшебного оружия. Напитывает оружие разрушительной магии, позволяя наносить сокрушительный магический урон. Пуристы эльфийской академии считают бой на мечах варварством. Ну, о, новое орудие, шатайл. Изогнутый меч уникальной формы. Имя его создателя неизвестно, но он определенно был выданным мастером. Изогнутое лезвие способно обходить щит и попадать по туловищу противника. Для этого пользуйтесь сильной атакой. Эффект пронзает щиты и сильная атака. А, охренеть, я еще и к боссу пришел. Не хочу. Как говорится, понимаю. Ну, слушайте, мы в прошлой серии почти до босса дошли, получается. Ненавижу. Их не ядовитые плевки эти. Ха-ха-ха.
блядь, ну харе! Охренеть. Вот не вылезли бы эти хрени, я бы это пробежал бы легко. Понимаете, херня еще в том, что еще в мой мир кто-то вторгся. Самое охренительное. Для меня сейчас испытанием просто пробежать это место. Здорово, приятель. Ну, погнали сюда. Пойдешь ко мне домой? А что ты хочешь у меня тут? И чё? Походим у костра моего? Ну! Сосёшь? Слушай, давай ты вот так вот походишь туда-сюда, а я тебя... А, зависни, пожалуйста, снова. Спасибо. Ай. Чел, мне нужно, чтобы ты просто застрял. Я понимаю, как это выглядит, ребят. Но я не хочу с ним драться, вы понимаете, он будет мне каждый раз мешать.
А, пускай может успокоиться. Да, надо, чтобы он успокоился. Так, тихо-тихо. Сюда к костру, сюда-сюда, правильно. Молодец, все, поехали. Изи, на, чисто, изи, на пацана, все, изи. Как делать нехер? Плюс человеческая фигурка, найс. Чисто изично изи. Я не знаю, какая из них плюется, но я лучше все сломаю. Вот это вот плювалось. А хотя, ладно. Давай сюда, зубатый парень. Не. Хорошо то, что объекты не восстанавливаются. Надеюсь. Изи, они не восстанавливаются. Это значит, что мне достаточно просто уничтожать все статуи до босса. Давай, пиявочка, ко мне. Давай. Ну как мне тебя сломать? Просто я помню, где-то должна быть жиша, которая ломает твою одежду. Мне посрать, я сейчас буду хилиться просто. Уйдешь в сраку, а?
факел. Большая душа. А ну давай, атакуй. Давай, давай, чувак. Вы что? Я говорю, я не буду спешить никуда. Еще один дух. Ой, блядь, как вы заебали. Я понял. Так, где там мой любимый? Так их дохера здесь, этих духов. И я понимаю, что у этого уже точно будет радиус нормальный. Хотя, если он застрянет, будет тоже весело. Сейчас попробуем. О, бля. Как-то вас тут много духов, не думаете? О, вот это опасный вхват. Чел, пожалуйста, давай без твоих замахов вот этих. Нихера, он меня напугал. О-о-о, хорош, хорош. Он не застанился? Я говорю, я рисковать не собираюсь, потому что сейчас жесткая процедура идет с боссом. Так, немного повыше. Воу-воу-воу! Извини, извини, все. Ну, мне бесит. Все, пожалуйста, стой там. Хорош. Они реально надоедают. Блин, они жесткие.
Я лучше вот так... Вот человеческая фигурка. А я лучше вот так пройду, чем буду жопу рвать. Так, а давайте туда пройду. Так, подожди, тебе нужно убить. Вообще посрать. Я сейчас схожу и фляги восстановлю, вы не бойтесь. О, там проход куда-то есть. Ветвь былого использовать мне предлагают. Ой, ладно. Схожу, восстановлю. А то еще не сдохну ненароком. Давайте, короче, все сделаю, и мы продолжим, да? Я не пойму, он бесконечный здесь или что? Он заново... Он снова сюда пришел. Это меня очень бесит. Ладно, опять придется с ним мучиться. Он так бесит. Это пипец. А почему он заново и заново появляется? Ну, человеческие фигурки я понял, что я мог получить. Но херово то, что он постоянно появляется здесь. Пуляется. А. Ну, мне посрать, у меня 20 кусков, вы понимаете. Это да, охренище. Какой-то ад. А, у меня там 0 душ было. Ну, в принципе, все. Все очищено. Что дальше мы делаем? Вещи. Давайте, скажите, что здесь нету помощи.
Если это так, то это обидно. Они есть. С луком. Я могу несколько призвать? Да ладно. Ну чё, пацаны, в бой! Покажем ему, где кто. Да, пацаны? Хе, а то смотри, он какой умный, да? Погнали, пацаки, чё вы? Ой-ой-ой-ой. Так, ребят, сорян, я убежал. Сбивай моего друга! Все, пацаны, спасибо вам, конечно, тоже. Они отправились в мир. И что, мне ни хера не дадут? А знаете, а мне вот интересненько. И что мне дальше делать? А, есть вон проход, вижу. Так, вещи. Повышать защиту от огня. Давайте попробуем. О, это уже получше. Да, кольцо очень хорошо помогло мне. Теперь вспомни, какое у меня было кольцо. Подожди, а что у меня было за кольцо? На физурон точно. Так, и где мы видели проход? Вот здесь, а... найс, у меня этих. Ладно, открываем. Так, фимиан прос... Опа, сейчас будем смотреть, короче, то, что слишком сложные слова. Отравлен метательный ножик.
Метательный нож, он призван скорее отравить жертву, нежели нанести прямой урон. Это просто его использование оружия, но его дальность... Так, ну понятно, как, короче, у кровоточащего. Темные пилюли. Эти пилюли невероятно зловещие, но время увеличивает защиту от тьмы. Так это было. Фимиан простака. Фимиан, источающий любопытный аромат. Чтение заклинаний требует полной отдачи от магии. Но этот фимиан снижает требования для использования выбранного заклинания. Интеллект на единицу работает только при помощи определенного человека. То есть это два одинаковых, но и в то же время разные. Так, душа грешницы. Душа гниющего. Душа гниющего обитает на самом дне помойки. Гниющий принимает все и вся в свои святилища. Ненужные и выброшенные вещи. Использовав душу гниющего, можно получить множество душ или создать предмет. О, у меня... Темное пиромантическое пламя, темное. Темное пиромантическое пламя, огненный катализатор, используемый пиромантами. Пироманты раздувают такой огонь, чтобы создать что-то из пламени. Пламя щедро награждает тех, кто ищет силы. Чем более пол его владелец, тем сильнее эффект. Эффект, чем больше пол персонаж, пол это имеется в виду темный, тем сильнее сила заклинания. Ну ладно. Главный костер восстановлен. Вернуться к дальнему огню. Осмотреть. Там, где лишь зверя ступала нога, где никогда не звучали рогам. Выйти тогда на поверхность — беда, что короля погребла навсегда. Но когда схлыхнет толща воды, всякий забудет морские труды. Топлый король спит непреведным сном, дремлет дракон под манавшим окном. Так, мне еще интересно, сколько у меня вот этой травы. А, мне ее 3. Подождите, я могу тогда разморозить того челика, который был в башне, это раз. Разморозить челика, который держит рычаг, это 2. И я могу разморозить челика, который стоит здесь, чтобы потом уже больше сюда никогда не возвращаться и забыть об этом месте. Плевать, юзаем флягу. Ключ камень Фароса. Что такое стучит? Манать, оказывается, здесь тоже был костер. Блин, а я помню, где-то здесь должна быть еще личинка. Потому что вот эти лужи, вообще-то, они ломают нам броню, и все с этим связано. Вот как мне подняться туда? Ясно. Тут точно прохода нигде нету?
Нет, тут невидимой стены нет. Ну, в принципе, ладно. Все, что надо, мы сделали, тогда можем отправляться. Больше здесь... Ну, там есть проход куда-то, блин, там видно вот эта тропинка. Откуда я мог знать, что там еще костер? Так, пока я не улетел, надо взять то, что лежит там. Понимаю. Факел. Факел из палки и смолы. Факел можно зажечь от светлячка. Светлячка. Начерченный здесь знак принесет сюда издалека. Я бы тут тело спрятал. Ну, если нам предлагают зажечь факел, почему бы и нет? Закрыто. Хм. Ну ладно. Нужно запомнить, что здесь есть какое-то место. Здесь нужно, получается, 6 боссов убить. Либо принести 6 душ босса. Что-то типа того, как я понимаю. Душа и проклятие. Одно и то же. Твоя душа стала сильней. Я надеюсь, это одарит тебе тем, что ты желаешь. Да. Пам-пам. Сколько уровней? 5 уровней можно поднять. Можешь выносливость поднять. Хотя, ну, выносливость так мало подает. Лучше хп, да? Хп по 30-ке дает. Статистика. 10 кусков надо. Так, во-первых, мы с вами сейчас придем сюда. Закупимся стрелами. Дальше давайте закупимся вот этим материалом. Это сколько, подожди? А надо ли мне оно? Тоже вопрос. Либо 18 хило купить. Ну чё, давайте тогда, я думаю, на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, и я хочу одну вещь сказать. Я смотрел, по идее, вот там в помойке, да, где-то в спуске, должна быть херня для улучшения фляги сексуса. И что-то мы так это и не нашли ни хера. Поэтому всем пока.